Солистки ансамбля «Боярабыня» точно знают, что такое активное долголетие. Несмотря на солидный возраст, уже 10 лет они не сходят с люберецких сцен. На языке хорового искусства артисты рассказывают о культуре наций. На юбилейном концерте коллектива к народным напевам прислушивалась Дарья Борисова. Поет Мордовия, ансамбль «Боярабыня» рассказывает зрителю уже 10 лет. Солисткам есть что спеть и о других регионах России и соседних стран. В их песнях дружат мордовцы, казаки, украинцы и русские. Межэтнический коллектив выходит на сцену, чтобы транслировать любовь и уважение к культуре разных народов. Концертная обувь артисток ступала на площадки разных городов Подмосковья. Но главная сцена округа занимает особое место в творческой жизни коллектива. Люберецкий дворец культуры – дом ансамбля «Боярабыня». Каждое воскресенье солистки встречаются здесь, чтобы отработать вокальные партии. Со дня основания коллектива Екатерина Осташкина спешит на репетиции из Химок. Артистка решила, что расстояние творчеству не помеха. Сейчас наше тяжелое время. Очень тяжело куда-то деть себя. Вы понимаете, свободного времени вроде получается у нас много, а деть некуда. Ну, самим порадоваться, естественно, людям подарить подарок, как сказать, праздник. Ансамбль «Боярабыня» начинал свой творческий путь как трио. Сегодня под этим названием выступают 12 артистов. В день рождения коллектива они загадали общее желание – получить звание народного ансамбля. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.